Приглашается его соперник. Деньги Штеков Ханиев. Итак, справа от меня боец весовой категории 66 килограмм. Его рост составляет 168 сантиметров. Команда «Каракол», бойцовский клуб «Акула». Тренер Токтокунов Марат. Встречаем. Асека Мирбек! И его соперник слева от меня, в красном углу. Весовая категория 66 килограмм, рост 174 сантиметра. Кандидат мастера спорта по боксу. Команда «Маман». Встречаем. Джегиш Беков! Канье! Бойцы в середину. Бойцы поприветствовали. Запрещенный прием в зале. Зазывок. Позвоночники, либо за шорты, за сетку не хватает. По углам. Готов, поехали. Первый раунд. Дергайте. Пас, сунул к этой. Витек!
35 секунд техническим нокаутом победа одержал Асеков Мирбек. Итак, поправка. Оба бойца представляют Харахов. Ничего страшного, бывает. Победа одержал Дженишбеков Ханет. На рефери. Абдулласов Съездбек приглашается в октагон.